Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Наконец-то, дорогие друзья, спустя несколько месяцев после анонса Galaxy Watch 5, Samsung готова использовать свой датчик температуры, и вот как это будет работать. Если вдруг вы еще не знали, то это датчик температуры, не новейшая функция, которую производители добавляют в умные часы в настоящее время. Две из трех умных часов Apple, выпущенных в 2022 году, имеют данную функцию вообще. Дальше Fitbit Sense 2. Также есть датчик температуры, но в более дешевом собрате, это Vance 4, он отсутствует. Данный датчик также есть и на часах Huawei, таких как Watch 3 и Watch 3 Pro. Но это вдруг, если вы не знали. Samsung тоже все-таки собралась силами и объявила, что температурный датчик Galaxy Watch 5 наконец-то заработает. Но смогли ведь, а? Смогли. Они сотрудничают с компанией. Вот эта вот компания, не буду даже пытаться произносить, у меня очень плохо это получается, но по-русски это звучит очень просто. Природные циклы. Короче, дорогие друзья, она известна своим одноименным приложением для лечения бесплодия, одобренным FDI. Да, ну вот как-то есть такое, не знаю, конечно, что это за приложение, как оно работает, но есть такое, оказывается, в природе, и оно помогает от бесплодия. Немного странно звучит, но поверим на слово компании Samsung. По словам Samsung, объединив датчики температуры Galaxy Watch 5 с алгоритмом, вот этим алгоритмом, который на чисто русском звучит как природные циклы, пользователи смогут получить доступ к расширенному отслеживанию цикла на часах. Вы же понимаете, о чем я, да? Понимаете, нет? Ну, это вот об этом я, короче. Проанализированные данные предоставят пользователям более точную информацию об их менструальном цикле. Пользователям, написали бы сразу женщинам, да, вот они задолбали с этими своими штучками пользователям, к пользователям, мужикам же пользователям, они же не смогут отслеживать менструальные циклы, но нет у них их, нету. Это все дело в Galaxy Watch 5 одобрено, дорогие друзья, Министерством безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Республики Корея. Он также был зарегистрирован в HDI и соответствует требованиям маркировки SE. Еще бы знать, что это значит. Было бы вообще прекрасно. Датчик температуры использует инфракрасную технологию для более точных показаний, а записанные данные шифруются и хранятся локально, дорогие друзья, на часах и смартфоне, поэтому даже у Samsung не будет доступа к этой информации. 100%. Но они так говорят, по крайней мере. Владельцы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro смогут получить доступ к этой функции через приложение Samsung Health, здоровье, другими словами, ну по-русски, если говорить, как только обновление начнет выпускаться, как уверяет Samsung, уже в этом втором, значит, квартале 2023 года. Мы будем ждать, что у нас начался же уже второй квартал, апрель, май, июнь. Посмотрим, может быть, уже и вправду. Однако, как и другие функции отслеживания состояния здоровья в Galaxy Watch 5, такие как ЭКГ, мониторинг артериального давления, отслеживание цикла будет доступно только в некоторых регионах, включая эти регионы 32 страны, России и республик СНГ не будет. Поэтому следите за каналом обязательно. Будет решение для стран СНГ у меня на канале в первую очередь. Не забудьте подписочки, колокольчик, ну сами понимаете, все остальное. Какие страны? Вот здесь вы их сейчас увидите, а может быть внизу вы их увидите, не знаю. Ну, короче, вы их увидите. 32 страны. Samsung, скорее всего, активирует аппаратное обеспечение, которое должны они запустить уже вот во втором, так скажем, квартале, и развернет программную функцию, как только получит региональное одобрение. Ну, в том числе от нашей страны и тоже надо региональное обновление. Но так как они сейчас с Россией-то, ну, никак пока, то, соответственно, наверное, разрешения-то этого и не будет. Компания со своим алгоритмом «Природные циклы» впервые напрямую сотрудничает с производителем умных часов. Это не первое носимое устройство, предлагающее эту функцию. Есть такое колечко. Вот оно, дорогие друзья, вот это колечко, которое также имеет датчик температуры и использует алгоритм вот этих вот природных циклов, чтобы предоставить пользователям отслеживание циклов на основе температуры кожи. Дорогие друзья, на кольце уже есть, на кольце, а у Samsung на часиках до сих пор нету, жесть просто какая-то.
Отслеживание цикла на основе температуры Galaxy Watch 5 также не является уникальным. Поскольку умные часы других производителей, такие как Apple Watch 8 серии, предлагают аналогичную функцию. Samsung, вы опять опаздываете, причем жестко. Вот такая вот на сегодняшний день у нас, значит, есть информация. Поэтому, дорогие друзья, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить нововведение-то. Оно обязательно будет на моем канале и обязательно будет видео о том, как это запустить в России, странах СНГ и других странах, где эта функция недоступна. Поэтому обязательно коммент тоже.